Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, новых технологиях, ISO, IO, DeFi, о дропах и о многом другом. Продолжим рассматривать 7+. На этом обзоре мы более подробно посмотрим о распределении токенов, как выделено, сколько выделено, на что. Про дорожную карту посмотрим немножко. Итак, перешли на сайт 7+coin. Как мы видим, на сайте более подробно расписано, как распределены все их токены. Например, 75% со всех токенов выделено на частную и публичную продажу, о которой мы уже говорили. Она стартует 28 февраля. Кажется, сейчас посмотрим точно. Стартует 12 февраля по 28 февраля с бонусом 25%. Осталось 14 дней. Как уже напоминал, минимальный заказ — это $100. Итак, давайте продолжим, на что еще выделены данные токены. 10% выделено на развитие и щедрость и маркетинг. То есть компания уже проводит на данный момент баунти компанию, к которой может присоединиться каждый. На сайте вот переходим в раздел баунти, нас перекидывают на сервис баунти, где мы можем ознакомиться с условиями и принять участие и получить за это токены бесплатно за определенные действия. Все ссылки я оставлю в описании под видео. 5% выделено для команды и консультантов. Основополагающий бюджет и резерв, то есть бонус, составляет 10%. Также разработка и протокольная цепочка, поставок и рынок, оплата долга, просто маркетинг, инкор, операционные расходы и переводы и жалобы. Все это можно найти на сайте, более подробную схему. Так, немного о дорожной карте. В январе, как мы видим, было уже внедрение и запуск бренда 7+ на внутренний именно международный рынок. Он типичный токен и родной токен L2L, основанный на разработке экономической модели на платформе эфира, то есть R20. В феврале компания планирует уже официальное объявление проекта, выпуск белой бумаги, как мы можем наблюдать, она уже выпущена, и несколько социальных медиа-платформы открыты для публики и для предпродажи. Частная продажа и мягкая крышка через IEO на Bittenium обмене. То есть IEO будет проходить именно на этой бирже. Вот я открыл уже белую бумагу, как мы видим, она уже реализована. Каждый может более подробно ознакомиться, почитать все преимущества данной компании, какие планы у них и принимать свои выводы. В апреле и мае 7+ хочет открыть для общественности через розничные точки и электронной коммерции. Начало и предложение жесткого ограничения распределения 7+coin для инвесторов. В четвертом квартале 2021 года компания хочет залиститься на CoinMarketCap, и 7+ будет открыт для публичных торгов на бирже Bittenium. Разработка программного обеспечения цепочки поставок для нашего Raybuy и медицинского текстиля и более международных 7+ розничной торговли. 2022 год, первый квартал. Планируется роудшоу и внедрение опытной команды за 7+, дисплей, новейшие решения и преимущества спортивной одежды, нижнего белья и медицинского текстиля с технологией Raybuy. И третий квартал 2022 года. Это выкупки и сжение 20% 7+coin. Общий выкуп составит 40%, остальные токены будут циркулировать на рынке. Если перейдете на сайт, здесь есть их галерея технологий, как все обустроено, новости и много интересного для ознакомления. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Там я публикую все свои дропы, ивенты, в которых принимаю участие, в которых не надо ничего вложить. Всем спасибо за внимание. Всем пока.